Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас вот такая интересная распаковка. Шла эта посылка 28 дней. Оценена она в 2 доллара. Трек не отслеживался. Я заметил уже такую особенность, насколько я подозреваю, что это вышивка. Все вышивки, которые шли, треки не отслеживались. Не знаю, магазины экономят, конечно, они на этом теряют очень много денег, потому что многие наверняка просто им не платят эти деньги. Ну, не будем о плохом. Давайте распаковывать, значит, повторюсь, трек не отслеживался, шла 28 дней. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Ха. Внутри пакетика, еще один пакетик. О, как интересно. Да, тут пусто, здесь еще один пакетик. На нем, правда, уже ничего не написано. Это они решили перестраховаться на случай, если посылку откроют. Они бы лучше трек забили, чтобы можно было отслеживать посылку. Так. Да, это вышивка, как я и предполагал. Надо все вынуть аккуратно. Так, все, пакет пустой. Давайте начнем с комплектующих. Значит, идет вот такой вот пинцет. Идет пинцет, на этот раз такой довольно-таки качественный, большой пинцет. Идет вот такой вот лоток. Лоток новый. Каждый раз приходят разные лотки. Нет у них единого производителя, я так понял. Сама вышивка. И набор стразы. Стразы и картинка и номера. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, здесь вот есть кратенький мануальчик. Значит, вот сама картинка, которая будет, цвета и номера. И стразы. Стразы опять крупные. Я уже показывал вам, что крупными стразами получается не очень красиво. Страз много, как всегда, ложат китайцы с запасом, цвета разные, но стразы крупные. Вот такая вот посылочка. Будут клеить, еще хочу в этом видео вставить, как клеются эти стразики. Так что пока что не прощаюсь. Не прощаюсь, будем смотреть, как они будут клеить стразы. Итак, дорогие друзья, суть этих вышивок заключается в чем? Значит, есть вот такое вот полотно. Значит, на нем клеевая основа. И на этой клеевой основе размечены буквы. Вот, допустим, здесь видно G, K, крестик. Мы смотрим на эти буквы. И давайте посмотрим, допустим, G. Вот G. Номер 3756. Пакетики уже у нас пронумерованы 3756. Значит, для этого у нас есть лоточек. В этот лоточек мы насыпаем стразики. В этот лоточек мы насыпаем стразики. И есть вот такой вот клей. Этим клеем набивается вот эта вот ручка, не ручка, стержень. Так вот набивается. Раз. Много не надо. Просто чтобы прилипали стразы. И значит начинаем клеить. Это у нас было что? Это у нас было G. Я говорил уже, что квадратные намного сложнее клеится, потому что надо попасть именно в квадратик. С круглыми проще, а вот квадратные надо попасть именно в квадратик. Так что я бы сказал, квадратные клеить сложнее,
и не так красиво получается, как круглыми. Круглыми все-таки красивее получается, а здесь чуть неровно и все. В общем, вот так вот, дорогие друзья, конечно, терпение нужно сумасшедшее, но можно, допустим, вместо разгадывания сканвордов заняться вот таким вот обклеиванием. Должны прийти еще вышивки, буду показывать. Вот так вот, ничего сложного. Самое главное, не перепутать рисунок и картинку, сравнить и приклеить. В принципе, все. Справился с этим даже слесарь-электрик 5-го разряда. Так что я думаю, даже начинающим девушкам, там, детям хорошо дарить. Но я думаю, поскольку все очень мелко, то лучше, конечно, от 6 лет. Детям от 6 лет. На этом, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь ненадолго. Скоро будут еще распаковки, скоро будут еще обзоры. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и заходите в описание. Thank you.